Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу предложить вам вот такой вот классный узор на лето для вязания летних изделий, топов, джемперов, кардиганов. Он смотрится как сложный узор, но вяжется очень легко и просто. Раппорт узора составляет всего 3 петли и 2 ряда. Это его лицевая сторона. И вот так он смотрится по изнанке, как сеточка. Вот такая изнанка оригинальная тоже. Этот узор я вязала из хлопка. Можно взять ниточку потоньше. Будет смотреться он еще нежнее. Ну вот для лета, я думаю, очень-очень красиво он будет смотреться. Ну и сейчас я предлагаю вам связать этот красивый узор. Узор можно вязать как поворотными рядами, так и по кругу. Легко будет вязаться. Итак, для образца я набрала 20 петель с учетом кромочных и провязала один ряд изнаночными петлями. И мы начинаем вязание с первого ряда. Кромочную петлю снимаем. Раппорт узора 3 петли. Вот они, 3 петли. Первую петлю мы вывязываем, вводим спицу между первой и второй петлей и вывязываем одну лицевую. Делаем накид и затем провязываем 3 петли вместе лицевой. Это один раппорт узора. И дальше повторяем. Вот они, 3 петли между первой и второй. Вытягиваем петлю, делаем накид и затем провязываем 3 петли вместе лицевой за заднюю стенку. Так повторяем до конца ряда. Как видите, все очень-очень просто. Между первой и второй вывязываем петлю, накид и провязываем 3 петли вместе лицевой за заднюю стенку. И последний раппорт между первой петлей накид, 3 вместе и кромочная. Провязываем изнаночной петлей. Провязали первый ряд. Второй ряд вяжем все петли изнаночными. Кромочную снимаем и все петли провязываем изнаночными. При вязании по кругу каждый второй ряд мы будем провязывать лицевыми петлями. А каждый нечетный ряд точно так же, как и при поворотном вязании. Вяжем до конца ряда изнаночными петлями. Вот мы провязали один раппорт нашего узора. Дальше узор повторяется с первого ряда. Вот так легко и просто вяжется этот красивый узор. Я надеюсь, он вам понравится, и вы обязательно его будете использовать в своем вязании. Сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока и до встречи в новых видео.